Здравствуйте, друзья! Как вы знаете, в нашем музее представлены самые разные компьютеры. x86 архитектура у нас самая популярная является. Это процессора Intel, AMD, Cyrix. Но что мы знаем о процессоре Transmeta? Сейчас я вам об этом расскажу. Процессоры Transmeta Cruze работали на частоте от 650-800 до 1000 МГц. Это процессоры с низким энергопотреблением, вследствие чего и применялись они в различных встраиваемых системах, а именно в тонких клиентах, в фаерволах, а также в различных ноутбуках. Одним из таких ноутбуков является творение компании Compaq, модель TC1000. Я долго искал процессор Transmeta Cruze, иногда натыкался на ноутбуки. Попадался мне даже аппаратный фаервол. Но мой выбор пал на Compaq TC1000. И сегодня я вам его и покажу, и расскажу, чем же он примечателен. Что же такого ценного в модели TC1000 от компании Compaq? У нас здесь уже есть клавиатура, небольшой экран, все возможности подключения и, заметьте, стилус на батарейке. Давайте же его включим и посмотрим, удобно ли им управлять и что вообще он позволяет. Курсор ушел, и никто не знает, где он. Из других особенностей здесь у нас возможность Wi-Fi контроллер установить, мини-PCI, а также несколько USB. И здесь у нас сеть, видеовыход VGA. Из возможностей апгрейда надо отметить только одну. Памяти можно добавить до 512 мегабайт. Собственно, это я уже и сделал по приходу ноутбука в страну. И можно заменить жесткий диск на SSD, если, конечно, он у вас есть. А теперь представляем вам фирменное решение, фирменный тур по Tablet PC Edition от компании Compaq.